Добрый вечер, утро, день, дорогие дамы и господа. Приветствую вас на канале Никшони. Сегодня мы с вами поиграем в UFC 4. Не смог я выдержать поражение с предыдущей катки, очень было тяжело. Ну и по времени я никак не успевал запустить стрим, поэтому, друзья, нарезал вам здесь 3 боя. Зашел, отлично провел. Бой с топами. Один очень прикольный. Я думаю, вы сейчас все поймете сами. Первый бой у меня вышел Ник Диас против Уитакера. Фэтбой Слати. Я не знаю, либо это ненавистник Слати Макса, как говорит Мурат, кто знает, тот знает. Либо это же его фейк, потому что уровень маленький. Но тем не менее, Слати любит больше бороться. А этот ужасно играл в стойке и всегда пытался работать вторым номером. В общем, поджимаем его сейчас. Мы по методу полудеда взяли Ника Диаса. Хорошо, сейчас нам напихал Роберт Уитакер. Отвечаем хуками. Пытаемся пробить чуть-чуть корпус. Тем не менее, неплохо держит дистанцию сейчас Уитакер. Много прямых. Немного панику словил. Хорошо, серия опять заходит, голова моргает, но мы пока еще вслепую пытаемся давить Уитакера. Хорошо, этот удар зашел. Та самая слепая вертушка, которая периодически приводит Ника Диаса к успеху. Так, лоу-кик заблокировали, ничего. Накормили сейчас серии ударов у сетки. И все еще продолжает работать вторым номером. Затяжная комбинация от Роберта Уитакера. Стамина просела. Не решились опуститься по корпусу, потому что всегда можно попасть на тот самый злосчастный апперкот. Пассивный режим заходит Роберт Уитакер. Ну, в основном просто идет назад и выкидывает комбинации джеб-джеб, джеб-кросс, хук. Хорошая серия, вот тут мы его ловим. Уворачивается неплохо. И, как обычно, мы не достаем. Добивать тоже надо уметь, и это очень тяжело делать. В этой игре хорошо на апперкот насадили, но, тем не менее, не попался Уитакер. Ой-ой-ой-ой, начинает нас атаковать. Да, шатает, как же долго шатало Ника Диаса. 2 минуты 10 секунд до конца первого раунда. Бой пока что равный. Раскидываются бойцы, так сказать. Пытаемся ему нанести максимальный дамаг по блоку, точно так же, как и он по нам. Вот сейчас начал работать по этажам. Это очень хорошо. Пытался увернуться. Нужно запоминать, куда уклоняется соперник. И, конечно же, не забывать о том, что опять поймали. Но вот в этот раз, кстати, он не выкинул удар. Соединение, кстати, было неплохим. Какая серия зашла. Пытался атаковать в промежутках между его ударами. В этот раз ловим его и... Бум! Что за нокаут? Отлично! Фэтбой Слати. Было у него приличное количество ПТС. 2480. И эта победа нам очень нужна была. Фух, да, можно выдыхать. У нас забрали 50 с чем-то очков. Так, идем дальше. 2463 у нас. И против нас 2727. Снайперман 720. Находится этот парень в топ-10. Где-то 11-10. Но и играет максимально тупо. При этом у чувака жесткий пинг. Со 140 скачет до 227. Хорошо, нас сейчас ловит Снайперман. И взял он Хорхе Масвидаля, у нас Конор Макгрегор, вес полусредний. И пытаемся работать первым номером. Вот так вот серия заходит, вообще корпус не кроет. Я не знаю, как у него такое количество ПТС. Хорошо нас ловит на апперкот. Как же я часто попадаю на этот дурацкий апперкот. Хорошо, сейчас хук дали. Но при этом не грогнули, хотя, по идее, у соперника не должно было быть стамина. Пытается зайти в клинч, локоть, точнее, колено. Неплохо заблокировали. Пытается запугивать нас ударами по корпусу. Мы его так джебами потыкали, чтобы он чуть панику словил, но он ее не ловит. Продолжает делать свои действия. В этот раз мы не дотянулись. Хорошо, сейчас хук пытался зарядить. Видели, видели. Так, в голову попадает. Неплохой хайкик. Почему-то его удары быстрее достигают цели, нежели наши. Хотя точность у Конора Макгрегора в любом весе отличная. Пытался так приблизиться с помощью лоу-кика дальней ногой. Пробивает, в общем, блок он этими прямыми ударами. И вот мы теперь пытаемся ему тем же ответить, но он хорошо прочитал это, увернулся.
И вот наш хук проходит мимо его лица, его хук достигает цели. Опять бесконтактный бой. Но это все, друзья, из-за соединения. То есть пинг скачет, это не есть хорошо. Попытался увернуться сейчас Хорхе от воздуха. Накидываем серию хуков. Минута 50. Вот, 50 секунд до конца первого раунда. И как же работают эти долбанные уклоны. Летит уклон в хук. Хук пролетает мимо головы. Это так бесит. Это просто не может не вымораживать. Особенно, когда ты дерешься против таких соперников, когда момент добивания очень важен. Потому что, ну, у чувака до хера ПТС, и ты вот-вот уже близок к победе. Так, неплохая серия. Нервишки шалят. Ловим его на колено, хотя хотели сделать фронт-кик. Вот тут вот. Нужно добивать, ну же! Нет. Не получается добить. 50 секунд до конца первого раунда. Фух. Ребятки, просто нервишки шалят. Сердце стучит, руки дрожат. Валит нас Хорхе. Не попытался, кстати, залететь в партер. Мы стоим на ногах, держимся. Поменялась сторона, немного непривычно. Лучше не рисковать сейчас, не атаковать. Снова пытается пробить нас прямыми. Вот он, бэкфист. Неплохо, кстати, оверхенд достали между рук. Но ничего не получилось. Не увенчался. Это атака успехом. Переходим ко второму раунду. Пожимаем руки. О, ловим его! Ну вот, вы сами это видели. Я не знаю, друзья. Спасибо. И Esports вот так вот ловит он нас на кросс хорошо. Пробивает по корпусу ногой. Неплохо увернулись. Ушел сайдстеп назад. И начались шахматы. То есть у него пробит блок и у меня пробит блок. Хорошо, ловим. Его кросс не достает цели. Но мы ничего не можем сделать, потому что эти увороты невозможно пробить. И попадает он, этот апперкот. Ну же, нет. Давай, вставай, Кондор. Вставай, держись. Фу, ребятки, такая драма просто. А это всего лишь второй раунд. Да, я, конечно, был в шоке от этого боя. И до сих пор пребываю в шоке. Продолжается рубка. И вот он пытается проткнуть нас своими ударами. Ушли немного в пассив. Не хотим атаковать. Нужно чуть-чуть, чтобы все восстановилось. Продышались, так сказать. И можно идти в атаку. Локоть мимо. Делаем ошибки. Хорошо встречает нас мидл-киком. Ловим его на хук. Просто бьем апперкот и попадаем. Добивание. Ну же. Ай, все, заблокировал. Да, игра просто не дает нам победить. Хотя мы очень близки к победе. Правда, впереди еще 3 раунда. Можно было бы играть теперь на очки, переходить. Мы в любом случае лидировали бы. Неплохо, сейчас увернулись микростеп. Мы опять делают эти и вот фронт-кик! Ну же, неужели после этого мы не сможем завершить? Понеслась подача. Есть. Ну же! И нет. Конечно же, нам не дается эта победа просто так. Хорошо, снова забираемся в топ-маунт. Пытаемся заблокировать, но никак не получается. К сожалению, и опять выходим в топ. Да, это мы уже не предугадали. Просто соперник сделал действие, на которое бы не среагировали. Продолжаем. Хорошо, сейчас отлично попадаем, но не грогается. Вот, в этот раз падает Хорхе Масвидаль. И посмотрите, он нажал стик назад, чтобы скатиться и лежать внизу. Хорошо заблокировал, переворачивает. 45 секунд, у него есть все шансы забить нас. Неплохо заблокировали. Меняем полугард. Снова поднимает. Он будет пытаться добить в граунд пауде то, чего мы пытались сделать в свое время, но не получилось. Так, 10 секунд до конца второго раунда. Вроде бы держимся. Предугадали то, что он будет пытаться поднять свой корпус. Но, тем не менее, все, есть. Гудочек прозвенел, и мы переходим в следующий раунд. Стамины нету, друзья. Собственно, как и у нашего соперника, потому что он очень много падал.
Но весовая как бы не наша, Хорхе мощный, я протянул руку, случайно нажал L2, и рука опустилась, я поклонился. Оу, какой локоть, корпус, просто все ушатано. Нет. И вот так вот падает Конор Макгрегор. Какие же стрессовые бои на таком уровне, друзья, это просто невозможно, и мы промазываем. Обычно такое достается, но не в этот раз. Смотрите, уже джеб, кросс и блока нету. Удар с разворота, не достиг цели. Хорошо, оверхенд. Неожиданный удар был для нашего соперника. Это просто без комментариев. Я даже уже не стал ничего особо бить. Хорошо, он нас развернул как раз на левую сторону. Это то, чего нам надо было очень сильно. Неплохо пробиваем, пока что попадаем. Сейчас такой неприятный пропустили. Голова до сих пор моргает. 3 минуты 20 секунд до конца. Локоточком хотели срезать немного, насмотревши бой Кельвин Катар, Гига Чикадзе. Так, не получилось. Топ-маунт выходит. И не получается у нас встать. Сейчас будет обрабатывать хуками. Нет у него стамины, вроде бы это шанс, да. И мы воспользовались этим шансом. 2 минуты 35 секунд до конца второго раунда. Оу, пропускаем. Нет, живи, Конор. Да. Никак не удается еще раз грогнуть Хорхе. В этот раз прочитали локоть. И сами попадаем. Посмотрите, как хорошо серии зашли, но корпус не лопается. Ну вот так вот, вы видели это? Просто опять же на хук ушел. И рука прошла над головой. Спасибо EA Sports за это, за потраченные нервные клетки. Опять начинаем серию. Гасим. Не получается, посмотрите, но это же должна была быть смерть после такого жесткого удара. Падает Хорхе Масвидаль. Ну же! Завершать нужно! Завершать! Нужно дожать уже его и... Уйти с высоко поднятой рукой и головой. Так, 45 секунд остается до конца третьего раунда. Да, как же поднялось давление. Промазали мидлкик. Хорошо, корпус-то у нас есть. Но мы Нет. Мы просто словили флешбеки с боя Энтони Петтиса, когда нам достался такой жесткий мидлкик. И вот такой херней страдает. Это залупа, я не знаю, как еще его назвать, за его такое поведение. Просто чуваку нереально повезло. Хорошо, нас подловил, мы очень сильно затупили. Да, надо будет найти почту поблизости, чтобы выслать ему бутылку. Дабы воссел он на свой трон. Но, тем не менее, мы проиграли, я ему выказал респект за его бой. И идем дальше. Прутья. Против нас Прутья, 2330 ПТС. Я уже немного надломлен. После такого поражения очень обидно. Ведь мы просто побеждали. Но, тем не менее, это придает уверенность, потому что парень находится в топ-10. Значит, есть шансы, что и мы туда сможем подняться когда-нибудь. Тем не менее, пытаемся сейчас Роберта Уиттекера дожать. Играет приблизительно в таком же стиле, вторым номером. Пытается немного использовать лоу-кики, знает слабые ноги Ника Диеза. Хорошая серия сейчас была от Роберта Уиттекера. Работает по этажам, кстати, как будто смотрел гайды Ибры. Не спешит, хорошо, пробивает кросс. И мы как раз таки заметили то, что периодически чередует он заходы в корпус, и нужно ловить его на апперкот. Это такие пацаны, я вам делаю лайфхаки для тех, кто не знает, кто в теме, они уже, в принципе, могут и не смотреть мои стримы. Так, неплохо, заходит, отличный апперкот! Поджали! Успел вовремя руку поднять. Ничего не получилось, пока что все хорошо заблокировал Роберт Уиттекер. Нам нужно его прессинговать в стиле бокса. Чисто у Ник Диза отличные комбинации, неплохой бокс. Иногда нужно будет, конечно, ему пару лещей прописать, чтобы раздраконить, знаете, чтобы соперник чуть более рисковал. Терял голову, так сказать, вывести на эмоции. Психологическая атака. Хорошо. И вот нога прочиркала. Телефон загудел.
Ну что ж, продолжаем. Бум. Есть контакт. По этажам хорошо. Посмотрите, как мы разошлись. Просто поймали тайминг, нащупали момент, когда он пытается начать свои атаки и наносим ему в два раза больше урона. Потому что в противовес просто пробиваем ему корпус или голову. Хорошо, одной рукой пытался сейчас сделать. Но немножечко не дотянулся. Это, кстати, был неплохой удар. Хорошо, кроссом встретили. Минут 45 секунд до конца первого раунда. Заблокировали, ловим! Хорошо, падает Роберт Уитакер. Вот он шанс добить и забрать свои шекели в виде ПТС. Но, увы, выживает Роберт Уитакер. Пытается встать. Переворачивается. Не заблокировали. Пока что держим. Скорее всего, да, это же мы и ожидали, что он сделает, но не успели среагировать. Вернее, мы пытались заблокировать, но у него вышло удачнее. Чуть-чуть отбиваем ему корпус, дабы показать свою доминацию в этом плане. Сори за телефон. Так, неплохой удар с разворота. 30 секунд до конца. Нужно немножечко запутать. Удар мимо. Какой, посмотрите, корпус, голова. Пошел, Шома. Увернулся. Один раз сделал он Билли Джин, как Майкл Джексон. И мы промазали. Звенит гудок. Раунд закончился. Хороший апперкот. Бэм. Да, вот сквозь руки. Его же рукой его и оттолкнули. Проверяют как раз-таки челюсть Ник Диуза, насколько она еще может выдержать ударов. Фантастический боец, кстати, Ник Диуз. Собственно, как его брат. У них держак просто нереальный. Как у Келвина Катара. Хорошая серия сейчас по корпусу. Зазвенел. Зазвенели бубенцы. Валим. Валим Роберта Уитакера. Сначала не захотел запрыгивать. А потом передумал, но уже было поздно. Немножечко куражимся. Показываем наш расслабленный настрой. Потому что постамини у нас, смотрите, как хорошо, здоровье головы. Уф, как сейчас промазали. Налища. Помните, я говорил, нужно выводить соперника из себя. Иногда нужно это делать. Хорошо. Болтает вот так, в болтушке ему даем, чтобы он психанул. Неплохо, неплохо. Видели, пытался обмануть, так на оттяжечке сделать. Пенч. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы сейчас чуть не пропустили такой смертельный удар. Продолжаем дальше с разворота. Опять он нас ловит, но в этот раз он не выкинул удар. Хорошая серия. Оу! Какой нокаут, Бенч! Есть. Предыдущий, собственно, мы примерно так же и проиграли. Да, неплохо. Забираем свои очки. В любом случае уходим на плюсе. Вам огромное спасибо за то, что смотрели, друзья, за то, что поддерживаете, ставите лайкосики. Сейчас посмотрим наше место в топе. 55-е место. До скорых встреч, друзья. Всех обнял, поднял, заплакал. Скоро увидимся. Всем спасибо. Всем пока.